Город Екатеринбург, 6 утра, Покровский мост, река Исис. Можно попробовать что-то здесь сочинить. Какие-то такие пряди. Это зеленые. Чего только нет. Изменилось состояние, вышел свет, что-то я успел сделать, что-то нет. Сейчас, видимо, надо идти в мастерскую и уже дорабатывать мастерскую. Вот я готов к такому блицу. Сейчас сядет солнце. Я попытаюсь написать состояние после заката. Ну, не знаю, чем это кончится. Сидел целый день. Не работал. И вот все-таки не выдержал. Ну, посмотрим. Такой беглый рисунок. Притом днем эти крыши, вернее не крыша, а забор и детали архитектуры настолько синие, что даже одна бабушка как-то была живая, сейчас сказала: вот я слепая, и то, говорит, вижу, что забор такой синий, негармонично. Ну, а зато сумерки, они вот делают весь мир гармоничным. Кошка любая, вечером любая кошка серая, как говорится. Говорят, любая женщина красивая. Даю возможность зажечься небу, а тем временем пока, ну, к белому холсту беру тональность травы. Она перестает быть банально зеленой. Это фиолетовые, можно. Появляются фиолетовые, сиреневые. Большие сомнения, что вот этот забор надо рисовать синим. Начинаем вводить этот самый теплый, яркий цвет закатного неба. То сегодня с мошкой, откуда она взялась-то, господи, все лето не было мошки, вышел только на этюд.
Елочка. Елка тоже, вот она же многозначительное такое дерево. Во-первых, это вертикаль доминанта, во-вторых, это же ведь символ Рождества. Ну и Урал подчеркивает природу, атмосферу такую. Ну вот, собственно, прошло сколько, я не знаю, полчаса, 40 минут, наверное, не больше. И делать уже как бы и нечего на натуре. Краски уже слились. Видео-то еще как-то их высветляет. А на самом деле уже такие сумерки. Все остальное мастерской. Сегодня особенное утро. Если все пойдет как надо, то на свет появится еще один внук. Получилась такая традиция, что картина, нарисованная в день рождения, переходит в подарок по наследству. И вот это будет уже шестая такая картинка. Помню, на одной из выставок меня спросили, глядя на городской пейзаж: Алексей Валентинович, а почему эта работа называется «Демка родился»? Ну вот такой секрет. Нашел такой живописный пень. Тут и грузди, тут и поганки. В общем, хорошая такая. Ну, буду сейчас пытаться изобразить. Ну, вот пытаюсь писать от куска. То есть взять за что-то, зацепиться. Потому что тут столько разных бликов. Архисложная задача. Ну, буду пытаться от куска писать. Ну вот, посадил сейчас сюда эти грибы. Вот. Конечно, они сейчас пока тут торчат слишком, их надо будет гасить. Ну, солнечные зайчики надо пытаться еще вот передать каким-то образом. Вот эти листья. Ну, попытка такая. Видимо, уже скоро надо заканчивать. Как-то так вот. Грибок отсюда перекочевал сюда. Ну, приходится тут, видите, а то середина пустая. Конечно, с этим светом вот справиться, ну, какое-то безумие. Семирадский, правда, мог. Вот еще один опыт такого сочетания импрессионизма на дальнем плане, ну и более-менее на такой натуралистической живописи передней. Но здесь жалко терять эти ощущения вот этого вот мха. Даже какая красота! Thank you.
Вот еще одна памятная картинка. Сегодня утром родился еще один внук. Пришлось идти писать этюд. Вообще не собирался. Была куча других дел. В общем, урожайная неделя. Два внука в течение 4 дней. Это замечательно. 6-е и 7-е. В общем, дай им Бог здоровья и их мамочкам.